Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта», как обычно в это время на телеканале «Универ ТВ», как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшие 7 дней ждут тебя прямо сейчас. В студии Роман Полинсков, мы начинаем. Начинаем сегодняшнюю программу с первого матча серии плей-офф Единой Лиги ВТБ между казанским «Униксом» и Нижним Новгородом. Казанцы как никогда хотят выйти в финал четырех и не вылететь из турнира, как это было в прошлом году от кубанского «Локомотива». Подробнее о первой встрече расскажет Виктория Степина. Казань, 23 мая, баскет-холл, «Уникс» и Нижний Новгород. Плей-офф Единой баскетбольной лиги ВТБ. Баскетболисты появляются на паркете, а это значит, что уже через пару минут нас ждет захватывающая серия между «Униксом» и Нижним Новгородом. Напомним, один из сильнейших игроков «Уникса» Джамар Смит на тренировке потянул шею и не участвовал в этой игре, ровно как и игрок Нижнего Новгорода Илья Попов, который уже достаточно длительное время травмирован. Игра началась с парочки горячих моментов команды «Уникса» – трехочковый Владислава Трушкина, блокшоты Стефана Ламсе. Казанская команда просто кричала, что заберет этот матч без проблем. И вот середина первой четверти, а счет уже 14-6. Блокшотами запомнился и Морис Ндура, который неоднократно мешал соперникам, а затем дважды единолично проходил под кольцо через защитников Нижнего Новгорода и забрасывал мяч. В это время лидер команды соперников Еловац был пассивен всю первую четверть и, как итог, забил всего 2 очка. Вторая четверть прошла более активно со стороны Нижнего Новгорода. Они максимально быстро отыграли 4 очка, но натиск казанской команды не уменьшался. И вот уже к большому перерыву казанцы сильно вырвались вперед, опережая соперников аж на 15 очков. Конец второй четверти. Счет 41-26. После перерыва было ощущение, будто у команды Нижнего Новгорода открылось второе дыхание. Владимир Веремеенко перехватил инициативу в свои руки, и от разрыва в 15 очков осталось всего 2. 47-45. Трехочковая Анжушича, Колесникова и Трушкина. Упорная борьба, и «Униксу» удается увеличить разрыв всего за 12 секунд до конца четверти. Счет 67-55. Заключительная четверть. «Уникс» не сдает свои позиции. С пятым фолом с площадки уходит форвард Нижнего Новгорода Сергей Торопов. На паркет за 2 минуты до конца четверти выходит Григорий Шуховцов. Его данк – яркая точка в конце игры. Счет 84-66 в пользу «Уникса». Виктория Степина, Александр Кулалаев. Неделя спорта. Старт подготовки к лету дан. 27 мая в парке Горького открылся новый сезон зеленого фитнеса. Кто из гостей был на открытии, а также что там происходило, расскажет Анна Папандопола. Пришли прогуляться в парк, а попали на настоящую физзарядку. Дети, взрослые и даже пенсионеры встали дружно в ряд, чтобы настроение себе поднять и здоровье укрепить. Все так здорово, все так энергетично. И очень мне нравится занятие возле чаши, потому что и Кремль, и наша красивая Казань, и все это еще шикарно. Незатейливые движения, наклоны, растяжка выполнить может каждый, зато польза от них большая. И что приятно, занятия проводит профессиональный тренер. Зеленый фитнес – это социально-спортивное движение, которое проводится в Казани. Не четвертый год подряд. Специфика акции – занятия спортом на свежем воздухе для всех. В 2017-м зеленый фитнес реализовывался в 4 городах республики. В этом же году проект выходит за рамки Татарстана. Помимо спорта к фестивалю прибавилась и творческая составляющая. Праздничный фестиваль в парке имени Горького открыла певица лейбла Black Star Клава Кока. Девушка исполнила со сцены любимые песни своих слушателей и с удовольствием сделала множество памятных селфи. Потому что я за здоровый образ жизни, я люблю Казань, я люблю моих людей, я люблю, когда солнце. И когда ОПНР. Спасибо всем, кто был. Было очень круто. Параллельно с концертом артистки на лужайке в парке проходили тренировки по йоге, зумбе, аэробике, а также мастер-классы по правильному питанию и ораторскому искусству. Проект расширяется, и очень здорово, что есть желающие, которые приходят на бесплатные тренировки на свежем воздухе, получают удовольствие, принимают участие в таком проекте, и самое главное, что они от этого становятся только счастливее и узнают много новых знакомств, много новых людей, и им от этого, я думаю, еще больше приятнее проводить выходные. Зеленый фитнес – это идеальный вариант для того, чтобы найти себе новых друзей, сделать множество фотографий и провести свое время с пользой. Анна Папандопулу, Александр Кулалаев, «Неделя спорта». Ну а мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сейчас, друзья, мы будем с вами разговаривать о Кубке Эконома по мини-футболу 2018 года. И в гостях у меня сегодня в студии один из организаторов этого турнира, Антон Тимохин. Антон, тебе добрый вечер. Большое спасибо, что нашел время к нам прийти. Здравствуйте, Роман. Да, спасибо за приглашение. Вопрос следующий по поводу самого турнира. Какова его суть на, можно сказать, закате этого сезона спортивного?
Ну, суть довольно проста, в принципе, приобщить людей к спорту, подогреть их интерес к мини-футболу. Сам турнир довольно-таки зрелищный из года в год, и с каждым годом он все, ну, больше привлекает интерес со стороны как спортсменов, так и обычных студентов. То есть они постоянно о нем спрашивают, когда он, и все, но традиционно он в конце года, и им мы завершаем наш сезон. Угу. А вот скажи, пожалуйста, этот турнир влияет как-то на сборную «Эконома» по мини-футболу? Ну... Просматриваете вы там кого-нибудь? Может, кого-то не успели заметить по ходу сезона, и в конце он раскрылся? Ну, вот такие случаи, да, тоже были. Мы вот на самом кубке, это такой определенный просмотр, да, студентов, которые в свое время не смогли попасть в нашу сборную. И уже на кубке, если они как-то выделяются, мы их зовем к нам в команду потренироваться, а дальше уже смотрим, как бы они могут, ну, составить часть нашей команды или нет. Угу. Хорошо, давайте поговорим о групповом этапе самого турнира. 8 команд принимало участие, насколько я знаю, да? Да. А какая из этих групп, для зрителей необходимо просто пояснить, на твой взгляд, тут самая сильная была из этих двух групп? Даже не могу выделить, какая группа была сильнее, потому что в этом году команды все довольно-таки равные, сильные, потому что все команды были составлены из людей, которые входят в сборную нашего института, а также выпускники, которые ранее входили в сборную. То есть в основном уровень был высокий у всех команд. Поговорим о плей-офф. Так как я понял, все команды у вас выходили в плей-офф, только было распределение, кто на какую команду попадет. Первому курсу, естественно, повезло, они вылетели от выпускников, от первой команды. Я так понимаю, 2 команды выпускников было в этом году, да? Да, 2 команды. Угу. И второй курс тоже вылетел. Младшие как-то у вас? Ну, первый курс, конечно, мы предсказывали, что они вылетят, но все-таки ожидали, что они смогут пробиться, но не повезло. Ладно, второй курс, ну, лично я считал их фаворитами турнира этого, поскольку там, на мой взгляд, собрались самые сильные ребята, которые должны были показывать результат. Но они даже групповой этап прошли без поражения. Они, по-моему, все матчи выиграли, у них было 9 очков. То есть 3 победы из 3. А вот в плей-офф они сразу, по-моему, 1-4 они проиграли. В 1-4. А вот скажи, пожалуйста, как играть против иностранцев? Удобно или тяжело? Ну, откровенно, как раз вот я играл против иностранцев за 4-й курс, и матч был довольно напряженный. Они, я бы сказал, непредсказуемые, они постоянно борются. Ну, стиль игры у них немного отличается, они очень сильны индивидуально, все как, ну, как на подбор. И вратарь у них какой-то везучий. То есть мяч просто не летел в ворота, нам повезло, что мы смогли в концовке там вырвать победу. Но здесь с иностранцами еще, наверное, такая сложность, то, что они между собой, по-моему, на французском, на английском языке разговаривают. Да, да, они еще на своем языке постоянно разговаривают, и на площадке это... Ну, то есть вот удобно. Я просто замечал, за вашими играми вы всегда слушаете то, что говорят, ну, говорит другая команда. Естественно, слышно, что говорят сбровки, что они между собой делают. И, естественно, у вас получается делать различные перехваты, контратаки. Здесь же, как получилось, видимо, не особо, да? Так получается. Ну, это да, немного сложновато было. Угу. А, хорошо, поговорим о полуфиналах. Первый полуфинал — это выпускники первой команды против сборной иностранцев. Да, здесь было все довольно предсказуемо, поскольку у иностранцев вот в течение группового этапа несколько людей получили травмы, и у них народу было всего 4 человека. То есть в поле всего 4 играл, ну, это не считая вратаря. И во время полуфинала, ой, четвертьфинала, у них один игрок получил красную карточку. Это значит, что он автоматически пропускает и полуфинал. У них просто было 3 человека на поле, и, естественно, выпускники довольно-таки легко обыграли их в полуфинале. То есть ошибка в четвертьфинале повлекла за собой поражение в полуфинале. Да, но они героически четвертьфинал этот выиграли. Они при счете 0-0 против других выпускников, по-моему, они играли. Они при счете 0-0, у них игрок удалился. Они играли втроем, смогли захватить преимущество 2-0. То есть повели, только в концовке пропустили второй мяч. То есть счет стал 2-2, по пенальти они вырвали победу. Хорошо. И второй полуфинал — МФК и ЕКФУ против третьего курса. Ну, здесь ожидалась борьба такая плотная. Хоть и МФК в группе выступили, я бы сказал, просто ужасно.
Это было такое потрясение для всех, потому что от них ожидали хорошего результата, но они всего набрали одно очко и попали на первое место в той группе. Угу. В четвертьфинале. В полуфинале уже на прошлогодних победителей, на третий курс нынешний. И здесь в концовке МФК смогли сравнять счет 2-2, и тоже в серии пенальти была, где удача улыбнулась команде МФК. И в итоге финал мы увидим — выпускники против МФК, да? Да, довольно-таки интересный финал будет. Я вот с нетерпением его жду. Для вас, дорогие зрители, мы проанонсируем то, что все мероприятия у нас начнется 30-го, да? 30 мая. 30 мая в 18:00 в первом зале «Уникс». В первом зале «Уникс», да. Так что приходите, можно проагитировать зрителей. Да, 30 мая в среду в первом зале спортивного комплекса «Уникс». В 6 часов будет матч за третье место. Также до матча будет проходить всеобщая зарядка 17:45 от наших партнеров. Вот «Зеленый фитнес» будет проводить зарядку. А между матчем за третье место и финалом будут проходить различные конкурсы. Друзья, напомню, 30 мая в 18:00 первый зал «Уникса», точнее в 17:45. Если хотите не пропустить еще зарядку, приходите в первый зал «Уникса». Будет жарко, будет очень интересно. И сегодня в студии у меня был один из организаторов турнира Кубок Эконома по мини-футболу 2018 года, Антон Тимохин. Антон, тебе еще раз большое спасибо, то, что пришел. Спасибо. Мы обязательно придем 30 мая посмотреть на то, как вы все организовали и кто в итоге станет чемпионом этого самого кубка. Сюжет вы видите у нас, друзья, в следующей программе. Ну, а эту программу мы еще продолжаем. Ну а на этом все. Наша программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.